Строительство перегрузочного терминала компании «Небулон» в Каменко-Днепровском районе перешло на новый этап. Подрядчики закончили земляные и бетонные работы и приступили к сбору металлоконструкции. Терминал станет крупнейшим в Запорожской области. В его элеваторах будет храниться около 75 тысяч тонн зерна. Новый перегрузочный терминал в Каменко-Днепровском районе компания «Небулон» планирует ввести в эксплуатацию уже через полтора месяца. Сегодня на площади около 9 гектаров практически круглосуточно работает тяжелая техника и краны. Число строителей достигло максимума, говорят представители «Небулона». Сейчас на площадке работает около 1000 человек из 50 подрядных организаций. На сегодняшний день десь мы подходим до пику, и это будет десь біля 1000 человек всех. Будівельники, які будуть працювати на об'єкті. Подрядчики уже закончили основные земляные работы и сдали фундаменты под емкости для хранения зерна. В целом строители залили около 10 тысяч кубометров бетона. Закончено сооружение подземной части бункера по приему зерна с автотранспорта. Сейчас подрядчики в основном занимаются монтажом металлоконструкций. На этой неделе они собрали четвертый ярус нариной башни и практически закончили монтаж двух емкостей для хранения зерна. Также частично смонтированы верхние галереи. Их планируют закончить до 30 марта. Завершені роботи з влаштування залізобетонних фундаментів, ведуться роботи по монтажу металевих конструкцій, ведуться роботи по монтажу силосів зберігання зерна та технологічного транспортного обладнання. На будущей неделе строители должны приступить к ландшафтным работам, а кроме того закончить прокладку коммуникаций. После этого подрядчики будут утрамбовывать грунт и готовить территорию для асфальтирования. На этой неделе начинаем работы с улаштуванием проездов и площадок. Почалися работы с улаштуванием зовнішніх мереж, электропостачания, водопостачания, газопостачания, канализации. Сегодня на стройплощадке полным ходом идет монтаж оборудования. В нижних галереях уже устанавливают конвейеры. Идет обустройство административно-лабораторного корпуса. Представители «Небулона» говорят, что подрядчики должны смонтировать оборудование до 20 апреля. Напомним, новый терминал планируют ввести в эксплуатацию в начале мая.